Сотрудники компании «Долг списан и точка» уже более 7 лет помогают освободиться от задолженности и, наконец, дышать полной грудью. Основная наша деятельность – это помощь в списании долгов гражданам. Занимаемся мы эффективно, сопровождаем граждан по процедуре до завершения процедуры и даже после ее завершения на протяжении всех годов жизни гражданина. Это у нас называется пожизненная гарантия. На сегодняшний день очень эффективно развиваемся, открываем дополнительные офисы. Сегодня функционирует офис уже в Иглино, не говоря о главном офисе на Степана Кувыкина, и открытие планируется в ближайшее время офиса в Черниковке на Первомайской. Компания сейчас расширяется и открывает новые офисы. Один из них в Иглино. Также планируется открытие точки на улице Первомайской и выход за границы Башкортостана. В среднем процедура, вся процедура с момента заключения договора с нами до полного списания долгов занимает 8-9 месяцев. Для клиента процедура несложная, от него необходимы только личные документы и доверенность. Остальное все делаем мы. Спектр услуг включает не только банкротство, но и раздел имущества, расторжение брака, а также взыскание алиментов и ущерба, полученного в результате ДТП. Основная сфера нашей работы – это списание долгов. Мы занимаемся гражданскими делами. Наша первоочередная задача – оказать юридическую помощь. Все наши клиенты уходят от нас счастливыми и довольными. В среднем работа с клиентом не длится более года, но в беде должников не оставят и после, ведь в организации предоставляют пожизненную гарантию на свои услуги. На данный момент у нас 704 довольных клиента, которым мы уже помогли, у которых списались долги. Сейчас у нас примерно 250 клиентов, которые находятся сейчас в работе, у которых тоже в будущем спишутся долги. Недовольных клиентов у нас тоже нет. По словам директора компании Ралифа Хананова, одна из главных целей компании – показать, как добросовестно и качественно можно избавить людей от кабалы. Андрей Насеткин, Рустам Лукманов, столичное телевидение, вся Уфа.